бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен трусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шьет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Дорогие мои, не с высоты своих лет, а я бы сказала, с длины своих 82 лет, масштаба, разных характеров, а сколько спектаклей мне посчастливилось сыграть на сцене театра киноактера и малом академическом театре. И вот теперь я выпускаю из своих рук, как я называю их, штучный товар. Каждый человек, желающий стать артистом, должен постичь такую длинную, залудливую такую программу, упражнение, учиться слушать и слышать, смотреть и видеть, и потом все это претворить на сцене или на экране. Вот я отдала кинематографу 52 года жизни.